Криминогенная обстановка в столице Чувашии стабилизируется. Наметилась тенденция сокращения общего количества преступлений. Итоги работы за прошлый год подвели в управление МВД по городу Чебоксары. В течение 2016 года на территории города Чебоксары зарегистрировано снижение общего числа преступлений примерно на 12%. На особом контроле вопросы предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений против личности. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 18%. Сократилось и количество хищений чужого имущества. Доля раскрытых преступлений превысила 90%. Одной из приоритетных задач столичного управления МВД является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. На территории города Чебоксары наблюдается снижение подростковой преступности. Значительный уровень подростковой преступности сохраняется на территориях обслуживания отдела полиции номер 1 и номер 3. При этом несовершеннолетним больше совершено преступление в ночное время и состояние алкогольного опьянения, что говорит о упущениях подразделений по делам несовершеннолетних в контроле за их поведением. На фоне снижения общего числа преступлений существенные просчеты отмечаются в работе следственных подразделений. В результате раскрываемость преступлений, предварительных средств, по которым обязательно, составила лишь 45%, что является одним из худших показателей в республике. Крайне недовлетворительно организована работа по возмещению ущерба, причиненного преступлению. Возмещаемость ущерба составила всего лишь 47%. По-прежнему существенное отрицательное влияние на состояние оперативной обстановки оказывают так называемые увеселительные заведения – точки круглосуточной торговли алкогольной продукцией. В целях профилактики и предотвращения сложившейся ситуации за каждым из них поручено закрепить руководителей подразделений столичного управления МВД. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика.